Не водка, а освежитель. В Днепре на скамье подсудимых оказался первый зампрокурора области Роман Сосков по обвинению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось на судебном заседании, 26 февраля Романа Соскова патрульные останавливали дважды. Первый раз за неправильную парковку, второй для проверки документов. При осмотре машины полицейские заподозрили, что водитель пьян. Драгер показал 0,66 промилле. Но зампрокурора убедил судью, на результат анализа повлиял освежитель дыхания. Правда, оправдательный приговор пока в силу не вступил, поэтому первый зампрокурора области все еще отстранен от своих обязанностей. У нього був запах, різкий запах з порожнього рота алкоголю. Тобто ми і виявили. Всі дії були зроблені відносно встановлених законодавчих актів. Я не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Про що відразу повідомив після огляду працівникам поліції. Вчасно відвідав наркологічний диспансер, пройшов медичний огляд.